В Атырау презентовали Центр правоохранительных услуг. Данный проект реализован по инициативе областной прокуратуры. Здесь будет оказываться полный спектр юридических услуг. Под одной крышей расположились дежурный прокурор, адвокат, нотариус, медиатор, судебный исполнитель и представитель ювенальной службы. Здесь есть и отдельная кабина, где каждый желающий может записать видеообращение к администрации прокуратуры. Абсолютно все услуги и консультации в центре будут оказываться бесплатно. Открытие нашего центра позволит сделать работу государственных и правоохранительных органов прозрачнее, повысить доверие к ним со стороны населения. В свою очередь, людям теперь не нужно ездить из одного конца города в другой, собирать документы. Все можно сделать у нас.